Всем привет, дорогие друзья, с вами Рамп, и мы снова играем в Crossfire. Так, поиграем, пожалуй, сегодня на чем-нибудь простеньком. Так, наушники как-то странно совершенно настроены, что я просто, ну, очень все плохо слышу. Да. Я несколько дней не играл. Надеюсь, это не сильно скажется на моем умении играть. Осколочная. Да. Осколочная. Ну, я думаю, для начала поиграем на выживание, а потом перейдем, ну, не знаю, например... Например. Там... Да, ну я его слышал. Например, на режим призраков. Да. Идеально его убить. Так, ну мы перейдем на режим призраков, да. Если повезет по лабораторию. Но если не повезет, на чем попадется, играть будем. Блин, точно не слышу, где... А, вот он. Что? М4-1. Ну, тоже неплохо. Я почему-то М4-1 из рюкзака выложил. Все топают вокруг. Я просто не слышу, где он. Осколочная. Да. Давай, залазь. Давай. Так. 3-2. Как-то печально идет, народ не присоединяется. Надеюсь, это ненадолго. Потому что гораздо веселее, когда тут толпа играет на этой карте. Да, я его еще и убил. Потратил все патроны. Целую обойму. Я все-таки в голову да попал. Миссия выполнена. Победил. Да, это печально. Поэтому встретимся на призраках. Итак, мы продолжаем. Ну, почему-то лаборатории я не нашел. Ну, просто нет, облазил все сервера по Crossfire. Ну, Crossfire, ну, просто ничего не нашел. Я не знаю, в чем прикол. Может, потому что миссия сегодня здесь, но... Как так? Никто не играет. На этой карте. Ну, я сейчас говорю про лабораторию. Раз будет, не спускаться, нет. Надеюсь, будет не скоро времени. Точка А. Бегай. Это самая беспалевность. Так, ну ладно. Нехорошо он так вылез, что нас могли на раз заметить. Да не бегайте так, а пожалуйста. Нет, так нет. Бывает. Почему-то даже не удалось мне убить с первого раза. Так, бомба у нас. Поэтому отправляемся. Все бегут на А. Ну, мы тоже пойдем на А. Все-таки толпой шансов несколько больше. Заложили бомбу в точку А. Ну, и кто-то идет. Осколочная.
тихо, не палимся. Напалимся, не палимся. Так, ну давай же еще один. Да, я даже не стал вставать. Слишком мало хп. Тупо бы убили. Это все. Ну ладно, встретимся в следующем раунде. Ну и естественно, я снова не нашел. Так, у меня контрол не работает. Я не понимаю, в чем прикол. Не работает. А, все, вот заработал. Я уже было собирался паниковать. Как же играть без контрола? Ну ладно. Ну-ка, спускайся. Это где у нас бомба лежит? А вот это плохо. Ну-ка, спускайтесь. Ну так неинтересно. Давай спускайся. Ну так, мышь. Вы меня видели, я знаю. Блин, ну спуститесь жива. Так, а вот так тикают, не понимаю, какой в этом смысл, правда. Ну-ка слезьте кто-нибудь, а. Да, так позорно умереть. И снова конец раунда. Ну что ж так. Так, пока я искал еще одну карту призраков, я понял, что мне неинтересно на ней уже стало играть. И поэтому просто поиграем на выживание. И осталось 30 секунд. Ну что это такое, а? Осколочная. Осколочная. Ну и где враги? Только одного косанул слегонца, признаю. Миссия провалена. Победил Global Risk. Это все как-то печально. Не везет нам на начало раунда. Вот, наконец-то. Здесь уже удастся более-менее поиграть. Ну, я на это надеюсь. Опять же, вовсе и не факт. Да, я его видел, поэтому я отсюда лучше смотаюсь. Как-никак, но это все-таки снапа. Осколочная! Кто там по мне стрелял? Так, беспалевно. Почему-то мне померещилось, что там враг сидит. М16, побегаем. Давно я с ней не бегал, точнее, почти никогда. Кто еще под раздачу? Опять не померещил, что там кто-то сидит. 90 FPS. Фраг стабильный. Да. Это меня радует. Осколочная. Ой-ой, а вот это меня не радует. Совсем не радует. Так. Пойдемте-ка отсюда. Долбаные патроны кончились.
Ой-ой-ой. Ай, бежим, 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 бежим. Надо бы оружие, что ли, надыбать. О, вот, нам как раз его вовремя принесли. Ну я ж тебя видел, а. Что ж такое? Стоять! Ох, их тут столько было. Осколочная. Да, гранату совсем не туда кинул. Да, я прекрасно видел там врага. Нафиг. Он того будет снять. Ну ладно. Кому-то мы отомстили. Кому-то, кому-то, кому-то. О, кстати. Снапа, 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 снапа. Давно я не играл со снапой, опять же. Да и пароль от того аккаунта со снапой я забыл. Давайте-ка поиграем здесь со снапой. Вот так вот. Резайся, резайся, резайся. Так-то все быстро. Закончилось. Даже не знаю. Продолжать не снимать или остановиться. Пожалуй, я на этом прекращу это видео. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И всем пока.